Владивосток, 2 марта 2024 года. Там наверху находится видовая площадка Нагорного парка, Нагорный парк. Через дорогу находится сквер. В сквере установлена стела героям-тихоокеанцам, борцам с японской интервенцией. В сквере гуляют мамаши с детишками, местные жители с собаками. Здесь елочки растут, деревья. Вот такой вот арт-объект в виде каски и цветка. Лавочки здесь, урны. Бабушки вот голубей кормят. Там на подпорной стене рисунки военных. Ой-ой-ой, голуби взлетели. Бабушки здесь гуляют местные. Второй день весны. На стене надпись 13-17 августа 45 года. Рисунок какой-то Юра рисовал в 2021 году.
здесь три рисунка, так скажем. Там старая подпорная стена каменная. А там наверху Нагорный парк находится. Видовая Нагорного парка. Ребенок там собаку что-то зовет. Так. Там какое-то вот стеклянное здание там. Что в нем, неизвестно. Наверное, какая-нибудь частная территория. Сегодня в городе безветренная, ясная погода. Что в этом здании? Наверное, офисы какие-нибудь находятся. Туда на территорию не пройти. Здесь что здесь? Ливневка какая-то. Ну вот такой вот скверик на Гайдамаке. Хорошо сегодня, ветра нет, можно гулять. Птички чирикают. Весна, весне дорогу. Здесь на стеле такие вот якоря. С четырех углов.
Светланская, 173. Здесь такой адрес. И дорога туда наверх пошла. Здесь хрущевки. Старые дворики. С такими вот переходами. Вот здесь получается первый этаж, а там уже второй. Ну. Сопки, подъемы. И вот так вот строили раньше. Какие здесь дома на Гайдамаке. Белье сушат. На окнах такие вот элементы белого цвета. Там детская площадка с ракетой, с качелями. Здесь вот затесался такой домик из кирпича. На подъездах здесь вот такие вот интересные элементы. Козырек. Тунгусская, 8. Здесь адрес. Там где-то впереди должна быть железная лестница, которая ведет вон к тому дому кирпичному, длинному. Вот видите, еще дом такой вот с такими переходами здесь. Тунгусская, 10. Вот этот желтый дом. Здесь вот такая
железная лестница, она сохранилась еще с советских времен. Туда он наверх ведет. А здесь сохранились вот такие дома. Печку топят. Это, наверное, Тунгусская 11А. И лестница железная наверх. Дымом пахнет. Вид с лестницы. Там вон где-то видны пилоны моста на Русский остров. Печка дымит. Вот такой вот вид открывается с этой точки. Мыс Чуркин на той стороне Золотого Рога. Вот здесь где-то сопка Бурачка находится, которая на Акатовой. Такой вот вид. И железная лестница здесь внизу. А там вон елка растет большая. Здесь вот кирпичный длинный дом. Что-то там пацаны местные орут. А, там футбольное поле, что ли? Или баскетбольная площадка. Детская площадка. Футбол пацаны гоняют. Вот хорошо. Хорошо, молодцы пацаны. Не дома за компьютерами, а в футбол гоняют. Это радует. Здесь гаражи. Территория закрыта, к сожалению. Но с этой точки виден мост на Русский остров. Вот где-то здесь. И там сопка Бурачка. А вон там виднеются пилоны Золотого моста. К сожалению, солнце почти в камеру бьет. Не видно. Камера не передает. Вот. Здесь вот такой вот заборчик, видимо, тоже еще с советских времен сохранился. И баскетбольная, футбольная площадка здесь. Пацаны играют в футбол в данный момент. Стоят вот такие вот автомобили раритетные. Поиграем.
гаражи, ракушки стоят. Что здесь еще видно? Вот слышны звуки отбойной техники, там скалу крошат. Ух ты, какой здесь вид открывается, смотрите. Вон он, красавец, золотой мост, бухта, золотой рог. Вот, красота какая. Правда, солнце светит прямо в кадр. Вот такая вот красота с этой точки открывается. Здесь еще деревянный дом такой. Ну, живут ли здесь люди, еще непонятно. Может, какие-нибудь люди и живут. Вон где-то там вон где-то там скалу крошат. Здесь еще сохранился частный сектор. Старые домики стоят. Вон. Что здесь еще интересного? Вот. Ну, до поры до времени эти домики еще будут стоять, а потом рано или поздно их, конечно, снесут. Светланская, 13. Вот этот вот домик. Здесь Светланская, 14. Такие здесь дома. Там церковь находится на Махалина. Вот такой вот здесь крутой подъемчик. Ну вот машины заезжают. Да. Можно сказать, здесь деревня была. Ну и вот остатки в таком состоянии сейчас все здесь.
Карла Либкнехта, 15. Здесь адрес. Такую вот стену из покрышек здесь соорудили. Вон где-то там крушат скалу. Привет, привет, дорогой. Почтовые ящики здесь старые. Интересные вот такие вот знаки. Карла Либкнехта, 30/2. И дорога куда-то наверх пошла. Карла Либкнехта, 28. О, здесь такая небольшая видовая. Скалу крошат. Вот тоже частные дома здесь, огороды у людей. Печки топят, дымом пахнет. Небольшая детская площадка. Так. Карла Либкнехта, 25. Здесь адрес. И так, а там неизвестно, смогу ли я пройти. Дорога наверх пошла. Или пойти там обойти. Там есть лестница вниз. Собакин гуляет. А не подскажете, вот эта дорога куда ведет? Там тупик, там есть лестница такая полуживая. По ней ага. Нужно выйти вот на горную парку. Вот я и хочу. Ну, лучше. Попробуем, она совсем убитая, да. Да, лучше здесь пойду. Можете здесь подняться, но здесь тоже убитая лестница. Ага. Тоже ага.
местный житель сказал, что там есть лестница, но она такая плохенькая. И вот здесь вот есть лестница. Давайте я там пойду. Поднимусь, посмотрим заодно, что там находится. Вот такие подъемы здесь. Братская, 27. Старый сарайчик. И лестница туда наверх, к дому. Ух ты, какие здесь интересные. Ну, это яма для автомобиля. Здесь, ух, открываются виды вот такие с этой точки. А вон там уже наверху видовая Нагорного парка и Нагорный парк. Ну вот такая здесь потайная лестница есть, деревянная, похоже. И вон там колонка. Неизвестно, рабочая или нет. Так, а здесь вот такой вот вид. Там он вдалеке, мост на Русский остров. Попробую сейчас подняться по этой лестнице. Деревянная. Ну тут даже лестницы нет. Здесь так. Одно название, конечно. Забираюсь на видовую Нагорного парка по тайными тропами. Так. Здесь тропинка, ну вот к тем домам, и там уже наверху Нагорный парк. А вон там находится проспект Красоты. И вот такой вот вид с этой точки открывается. Огороды у людей здесь.
Нагорный парк. Здесь вот турники. Там дальше детская площадка. Брусья. Здесь небольшая парковка находится. Фудкорты. Там стоят столики с лавочками и столики, за которыми можно стоять и есть какую-то вкусную еду. Ну вот здесь чифанька, это ну, такая китайская еда. Там лапша, рис с курицей, с разными наполнителями. Вот. А там, по-моему, пиццу делают. В другом домике. Вот такой вот парк. Бетонные здесь тропинки, лавочки установлены. Там кофейня, туалет общественный, бесплатный. Вот там мамаши с детишками гуляют. Нагорный парк находится на кольце Шилкинской. Там через дорогу Рэмми и Славянский надпись на фасаде. Вон там через дорогу. Здесь вот на этой стороне дороги остановка общественного транспорта. И на той стороне тоже есть остановка. От фуникулера до Нагорного парка можно доехать на 68-м автобусе. Елочки высажены здесь. А здесь... В теплое время года такое озерцо небольшое. Но оно, так скажем, сверху стекает вода. И здесь вот такое небольшое озерцо получается. Ну, мостик такой. Соседский центр, кофейня. Ой, сколько посетителей там сегодня. Здесь установлены информационные стенды, схема парка. Парковка для велосипедов. Вот люди с собачками гуляют, с детишками. Здесь общественный туалет находится. А вон там где-то вдалеке это сопка Комарова.
Сопка Комарова в центре кадра. Люди гуляют. Зачем ты снял? Вот. Там где-то внизу кольцо третий рабочий находится. Вот такое вот общественное пространство. Нагорный парк. А там выше, если подняться по лестнице, находится видовая Нагорного парка. По бокам лестницы такие два балкончика расположены. Здесь небольшой амфитеатр. Мамаши с колясками могут по тропинкам заехать туда наверх. На подгороде. А уже с этого района съехал. Да, он здесь долго. Здесь вот гирлянды, ну, такое здесь освещение наподобие гирлянд. А там вроде как строят кёрлинг-центр будет. Это третья очередь Нагорного парка. Первая очередь Нагорного парка — это внизу. Вторая очередь — это вот эта часть. И там видовая площадка. Здесь. Повторюсь, можно подниматься по лестницам, а можно по тропинкам. Ну, если у кого-то коляски или велосипеды. Вот. Удобно. Лавочки здесь установлены. А здесь такая интересная штука. Ну, назовем это гротом. Там на полу насыпана кора,
И вот в этих выемках там музыка или звук капель воды звучит. Что же здесь? Кофейня здесь находится. И вот она начинается, видовая. Спешно прогуливаются по территории видовой площадки, наслаждаются видами на наш любимый город. И кайфуют с кофейком красивые девчонки. Проспект Красоты, там дальше фуникулер, сопка Орлиное гнездо находится. Бухта Золотой Рог. Вот, кстати, будет ровно упасть вот отсюда.